Да. Блумскин, правильно, подошел в кассу номер один в 20:30 московского времени с просьбой вернуть деньги за непроследование расстояния. Да. Проездной документ, номер ваш написала. По маршруту Владивосток-Москва ему было отказано вернуть денежные средства, руководствуясь информационным письмом номер 121 от 7.9.15 года, так как прерывание поездки без продолжения производится только по вине железной дороги или по болезни пассажира.